Привет, ребята, добрый день, послушайте мою дребедень. Сейчас музыканты подойдут, возьмут гитары и попрут. Привет, ребята, хоть сюда, возьми ты, дай ты ей пизды. А если не захочет она, ты все равно еби ее козу. Я хочу удалить свои игры, чтобы фейскам себе записать. Но чего удалять я не знаю, поэтому буду хуйней я страдать. Алана Уэйка я удалил, потому что я в него играть не хочу. Что еще бы мне удалить? Я не знаю, нихуя надо воды попить. Воды я немножко попил, и порнуху я удалил. Теперь 20 гигов у меня свободно на диске. Это ж дохуя, бля. Драйвер Сан-Франциско не буду удалять. Даже не знаю, что еще удалить у меня. Было свободно 17 гигов. Сейчас 24. Что еще удалить мне нахуй, я в пицце? Даже не знаю. Хотя бы, блядь, гигов 50 освободить. Что у меня вообще, блядь, установлено еще нахуй? Я не знаю. Alan Wake American Nightmare. А он на диске C установлен. Это не то. Еще даже не знаю, что еще удалить. Ну, Вормс мало весит. Четыре элемента. Четыре элемента я не играю нихуя. Ну, тоже мало весит. Что у меня вообще вот тут, вот в этой папке? 10 гигов. Вот что тут у меня? Сейчас посмотрю. А, тут драйвер Сан-Франциско 10 гигов занимает, сука. Не, я кататься хочу, я люблю кататься, удалять не буду. Так, здесь чего? 3 гига. Дино Кризис 2. Хули, блядь, он 300 мегабайт весит. Я не знаю, когда я в него буду играть. Еще даже первую часть не проиграл. Не записал на YouTube. Оля-ля. Need for Speed 3 504 мега. Ой, тьфу, 504 гига. 504 мегабайта. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Birthday. Third birthday. Нет. У меня Third Birthday есть на PSP, но оно весит всего 1 гиг. Если я ее удалю, будет ли мне от этого толк или нет? Не знаю, нихуя. Папка показывает, что у меня 3 гига свободно. 1 гиг весит Third Birthday. Сейчас мы остальные папочки объединим. Еще 1 гиг занимает игрушка для PlayStation 1. А, нет, они полтора занимают. Получается не 3, нихуя. Что-то, блядь, не получается нихуя, сука. Что бы еще удалить? Я не знаю нихуя, что бы еще удалить. У меня еще место занимают те видео, которые я... Который я с Ютуба еще не снес. Ну-ка, еще посмотрим. Сейчас Firefox запускаю. Нет. 3 гига видео, которые я не удалил. Так. Не знаю, как это называется. Нет, я сегодня загрузил, это оставим. Это тоже.
Мое видео было удалено. Это оставим на всякий случай, как, сука, доказательство нахуй. Так, доширак про доширак. Ну, весит мало, что его удалять. Про доширак, сука. Посмотрим. Да, доширак работает. YouTube. Про YouTube работает. Сука, если не работает, что, блядь, выпотрошу все нахуй. Про YouTube работает. Silent Hill. Про Silent Hill работает. Работает. Так. Про тролля. Сейчас, блядь, про тролля заебашим. Про тролля работает. Ну все пиздато. Работай, блядь, сука. Так. Про тролля работает. Так, SCP-08B, пятая часть геймплей. Бррр, где она, сука? Пятая часть. Работает. Так, значит, я посмотрел на YouTube, в общем... Молодец, блядь. Так. Четвертая часть плюс фейскам. Так. Работает. Так, ну что, сейчас будем играть. Третья. Я проверяю видео на YouTube, которое я залил уже. Если они... просматриваются, значит, я их удаляю с компьютера. Ты что-то забыл. Третья часть SCP-08B. Работает. Так, SCP-08B, третья, работает. Так. Все, сколько там осталось-то? Это работает. Вон он, сука! Призрак ебучий, а? 25 гигов освободил, нахуй. Много, пиздец, блядь. Так много, нахуй. Еще анекдоты. Это мало весит видео. Ты. Рассказываю про SCP-087, это я оставлю. Так, синий экран, сухарики, кириешки. Это я загрузил вот это вид видео 0.1, что это сколько весит. То, что я сейчас записываю, я могу посмотреть прям на лету. Изменить текстуры в игре, блять. Внес изменения, но это мало бесит. Пятая плюс фейскам, но там качество не очень хорошее получилось. Так, ну, подряд. Буквально сейчас... Пятая это фейскам отдельно. Ну-ка, работает, нет? Пятая часть фейскам отдельно. Меметрол, блядь. Четвертая, вот. Пятая фейскам, 11 минут. Пятая фейскам работает, удаляем. Так, значит, хуй дрочит. Так, сука, блядь, дрочит, хуй, блядь. Хуй дрочит, пизду хочет. Ну чё, всё, блядь, нету больше нихуя у меня тут. Shadows of the Damned. Это я уже давно, блин, у меня загрузил давно. Hot Spice, третья часть плюс фейскам. Hot Ice, блядь. Hot Spice. Блин, по 100 просмотров собрались видео с фейскамом. Третье видео по Hot Spice, пишу свою рожу на камеру. Никогда не занимался. Была бы 1000 просмотров, я бы, блядь, все бы с фейскамом делал. А если, блядь, сотка, это мало, блядь. Блядь, какие-то пидорасы смотрят, блядь, 1000, а меня, блядь, никто не смотрит, нихуя, блядь. Такой же пидорас, как и все остальные, блядь. Суки, блядь, распиарили себя, нахуй. Не создавали сайтов, группу ВКонтакте, блядь, задроты ебучие, блядь. Собирают за какую-то хуйню, блядь, по 1000 просмотров. Уёбки, блядь.